Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, геометрия 7 класс, автор Мерцляк, задание 446. Докажите равенство треугольников по стороне и проведенным к ней медиане и высоте. Тогда давайте возьмем два треугольника ABC и A1, B1, C1. Вот ABC и A1, B1, C1. И пусть в этих треугольниках стороны AC и А1, С1 равны. Теперь проведем в первом треугольнике медиану БМ и высоту БH. И во втором треугольнике, тоже к стороне А1, С1, проведем медиану В1, М1 и высоту В1, H1. И запишем БМ и В1, М1 – это медианы. BH и B1, H1 – это высоты. И теперь запишем, что BM равно B1, M1, а BH равно B1, H1. И нам нужно доказать, что треугольники равны. То есть, что треугольник ABC равен треугольнику A1, B1, C1. Первое. Начнем мы с рассмотрения двух прямоугольных треугольников. Треугольник MBH. Он прямоугольный, потому что BH – это высота. И треугольник M1, B1, H1 тоже прямоугольный, потому что в нем B1, H1 тоже высота. В этих треугольниках BM и B1, M1 – это две гипотенузы. Они лежат напротив прямых углов, и они равны по условию. И в этих треугольниках равны катеты BH и B1, H1. Тогда, раз так, то треугольники равны по катету и гипотенузе. MBH равен треугольнику M1, B1, H1. А из равенства треугольников следует равенство соответственных углов. И вот нас интересуют вот эти углы. BMH, BMH. Но мы можем записать BMC. Это то же самое, что BMH будет, потому что H и C лежат на одной прямой. Так вот, угол BMC равен углу B1, M1, C1. Второе. А вот теперь мы рассмотрим треугольники МБС и треугольник М1, Б1, С1. В этих треугольниках БМ равно Б1, М1. Это по условию, так? Теперь мы можем записать, что МС равно М1. С1. Почему? Потому что АС равно А1, С1 по условию, а МС это половина АС, М1, С1 это половина А1, С1. Значит, если равны отрезки, то равны их половины. МС и М1, С1 равны. И еще мы запишем равенство углов, которые только что мы доказали. Угол БМС равен углу B1, M1, C1. Тогда получается, что треугольники равны MBC равен M1, B1, C1. По первому признаку треугольники равны по двум сторонам и углу между ними. По первому признаку треугольники равны.
А из равенства треугольников следует равенство соответственных сторон, а именно BC равно B1C1, а также равны углы угол C и угол C1. Это углы соответственно лежат напротив равных сторон в равных треугольниках, и, следовательно, они равны. Так, ну и третье. А теперь, собственно говоря, мы можем рассмотреть сами треугольники ABC и треугольник A1, B1C1. В этих треугольниках AC равно A1C1. Это по условию. BC равно B1C1. Это мы только что доказали. И углы, угол C равен углу C1. Таким образом, две стороны угла между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам углу между ними второго треугольника. То есть треугольник ABC равен треугольнику A1, B1, C1 по первому признаку равенства треугольников. Но это нам и нужно было доказать, равенство треугольников. Поэтому задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.